Мне нравится. Друзья, привет, всем доброго утра. Мы Наталка уже пакуемся. Покушали, сейчас 8:28. Нам желательно вызвать такси через 2 минуты уже. И сдать номер. Вот уже все. Все уже упаковано. Вот наши чемоданчики где-то в труселя. У Наталки новая такая штучка, красивая, как вышиваночка, вообще красота. Какой чехольчик новенький. Ну, что-то с размерами. Да, еле застегнули его там. Ну, зато красивый, да? Да, зато красивый. Вот бананка готова уже. Вот вещи стоят. Чудесный отель Полония. Прикольно. Очень классные отсюда виды. Очень классно, куда ты живешь в замке. Мы вам его показали, посмотрели. Сегодня утром моросил дождик. Мы как-то даже удивились. Дай бог сейчас нам дойти, вызвать такси. Кстати, я шорт сняла. Расскажу вам, такси к нашему отелю подъехать не может. Нам нужно еще и пройти будет 2 или 5 минут. Да, рядышком. Называется какой-то паркинг Kiss and Ride. Целую направо. Или может девочка что-то не то произнесла? А на знаках там есть буква К, да? Латинская буква, да. П. На знаках К плюс П. А почему КИС? Может, это что другое слово? Мы English не знаем. Да, в общем, народ, покажем, может, чуть аэропорта, уже 2 раза его показывали, есть сильно интересный аэропорт в Кракове, но, что самое интересное, летим и Визейром, поэтому, возможно, приключения. Но Визейр уже перенес рейс на 20 минут вперед. Сначала было 11:45, потом 11:35, теперь 11:25. То есть Визер уже прочекал, что мы едем такие, да, этих нужно вперед, чтобы не платить компенсацию. Я думаю, что это с аэропортом было связано, что открыли новый аэропорт, теперь они... Теперь нормально вылетают. Да, в группе, а мы состоим в группе там украинцев в Эмиратах, в Абу-Даби, в Дубае, никто уже не пишет, что такое случалось. Только было, что на Кипр, раз их завезли на Кипр, в июне или в мае, и они стояли на Кипре 3 часа. Ну, я не знаю, можно за это получить компенсацию. Нет, по-моему, они не получат, к сожалению. Ну вот, друзья, прощаемся с номером, говорим пока Кракову и едем с вами в аэропорт. Ну что, друзья, отошли мы где-то чуть-чуть в другую улочку. Нам помогли вызвать такси. Мы на Станислава Ворцела 7. И вон там, видите, паркинг такой. Где он? Написано К плюс Р, Kiss and Ride. Вон он. Все, и уже машинка едет вот туда. Вот все, наши вещи побежали. Ну что, мы уже в аэропорту, в очередной раз с вами в аэропорту Кракова. Быстро доехали, я думала 40 минут, доехали за 20 с чем-то минут. Познакомились с парнем, но он из Украины, работает таксистом здесь. И прикольно, узнали про этот Kiss and Ride. Здесь у меня это Kiss and Ride, поцелуй и уехал, типа. Знаете, такое таксишка, как это показывается во многих фильмах, да и у нас такое есть, типа. Чмок и в такси. А тут мы проезжали и не успела снять, было написано Kiss and Fly. Езжали в аэропорт. Kiss and Fly. Поцелуй улетел. Ну, вот такие приколы. Аэропорт. Кстати, очень красиво отражаются люди. Все, Антон поехал наш. Да, все. Мы на Приусе, между прочим, ехали. Да, отлично. В приложении Bolt стоило 39. 97-40, короче. Там все цена была. 10 долларов. Я думаю, что не такая популярность еще. Там все там. Хочешь женщину, хочешь эко. Что, уйти? Не, я наоборот. Ты так показываешь. Вот. Так что все нормально, короче. Короче. Да, так парит, что, кстати, парит, да. Кстати, вызывайте Bolt. И смотрите, у нас вот сколько вещей, чтобы было, если бы мы перлись бы на электричку, покупали билеты. Нет. Из отеля в аэропорт только такси. Вот это наш совет. Пользуйтесь им. А мы сейчас с вами идем уже входить. Визер, жди нас. Ну что, друзья, стояли долго на регистрации, ну и Визер в очередной раз пробивает дно. Визер, вы меня слышите, вы просто кончены. Просто. Представляете, у нас давно уже были забуканы места с Наташей 7В, 7С и в одну, и в другую сторону. Нет, представляете, на регистрации нам даются 9В и 7В. Причем я, когда регистрировалась 1.5 дня назад, все правильно, я подтвердила. Спрошу, какого хрена? Ой, система сбилась, другой рейс. Девушка, блин, к вам подходит 2 человека. Вы почитайте, она нам еще не дала посадочные. Нам еще посадочные нам не дала. Я говорю, у вас же есть. А у вас нету посадочных? Если там их не дала, чувиха, откуда они у нас? Вы представляете, извиняюсь, меня Визер смотрит. Слушайте внимательно. Больше мстит, нет? Если к вам подходит 2 человека вместе, наверное, нужно им дать билеты вместе, если у вас вся система сбилась. Нет, 9Б и 7Д.
Вон она за драгом. Она реально. Просто, это не профессионально. Просто, блин. Еще мы стояли столько в очереди, нас послали какому-то чуваку разбираться. Он говорит, я вам могу только сказать, что это ошибка визера. Да, нас, знаете, кому сказал? Я говорю, зачем она нас к вам послала? Ну, у нее же работа, а я свободен. А я свободен. И я вам вот просто объясню. Я говорю, вы украли нас, наше время. Идите в сраку. Не дьютика, ничего короче. Идите в сраку. Я еще говорю, извините, она говорит, я не могу уже изменить. Ну, конечно, ты же уже зарегистрировала в системе. Как ты изменишь, интересно? Ну, вот люди, просто напишите в комментариях. Люди подходят к тебе вдвоем. Вдвоем. Ты даешь им разные места. Система, я понимаю, окей, система сбилась. Ты даешь нам разные места. Что с мозгом вообще? Визер, что с мозгом, пожалуйста? Мы сейчас на эмоциях, но вы задрали, блин, уже. Вы просто задрали. Ладно, ну вот дьютик, народ, ну, у нас... Да. Ну, мы же на дебила время не будем тратить. Ну вот дьютик осталось у нас до... У нас в 11:25 вылет, в 10:55 нужно зайти в воротики. То есть 15 минут осталось. Это причем мы отстояли огромную очередь и даже не ходили в туалет еще. Я извиняюсь за это. Наташа, постоишь, я быстро дьютик сниму какой-то, что-то. Просто покажу вам. Реально, мы такие злые народ, я вам не представляю. Не буду же я всю эту ругань снимать. Вот. Ну, мы показывали вам аэропорт, и что самая большая проблема, что выйти из дьютика нужно и пройти паспортный контроль. Паспортный контроль. Воду мы набрали, мы показывали вам, где брать воду, а паспортный контроль мы должны пройти вот там вот. И когда мы пройдем паспортный контроль, уже закончится дьюти-фри. То есть там просто можно будет сходить в туалет, посидеть, что-нибудь такое сделать. Не знаю, там кофе уже не хочется пить. Честно, мы такие в шоке с визера, блин, просто мы злые. Это он нам мстит, вонючий визер, за то, что мы два раза его развели. За то, что каждый уже по 1000 евро получил от визера, он нам мстит. У Наташи уже стоит. Так что, к сожалению, пойдем мы сейчас уже в этот... Ну, вряд ли они опаздывают, но я думаю, что уже времени нет. Максимально надо уже идти. Настроение. Ну это визер, народ, ну как же, он всегда же ниже плинтуса. Как же другое может быть? Друзья, успеваем забежать в туалет, я надеюсь, потому что еще паспортный контроль. И вон люди стоят, там водичку можно набирать еще. То есть можно еще не только возле паспортного контроля, а вот там набрать водичку в такой штучке, вставляете, набираете. Так что будете лететь в Кракове, берите с собой пустые бутылки и набирайте. Мы всегда набираем. Вот. Сейчас пойдем на паспортный контроль, и потом уже где-то у нас уже через 10 минут уже и посадка должна начинаться. Народ уже в автобусе, но конечно рядом не всю камеру поворачивать, а вот тогда очень много мест. Поставим уже вещи, самое прикольное место, если ты не сидишь, поставить вещи, можно тяжело держать, но за кабиной пилота. Вот. Вообще, ни момента задержки, как мы визер построили, да? Вообще, ни момента задержки, просто уже всех. И у нас посадка началась 10:55, просто уже всех запихнули. Второй автобус, и уже сейчас едем на самолет. Ну что, люди, вещаю с самолета, поменяться не удалось, уже какие-то семьи сидят на этих местах, поэтому летим отдельно, ну что делать, багаж уже пристроили. Мое сиденье, мое место будет там, а на самом деле мой багаж должен быть здесь, но не вмещается. Люди пришли, уже умнички все заняли. Там Наташа сидит, звонит родным и близким. Все, народ, долетаем, надеюсь, будет хорошо. Так, друзья, так как мы сидим с Ромашкой на різних місцях, но не поруч, я замовила собі каву, і тільки платити можна карткою, що дивно, монетки вже вони не беруть. І це, кажуть, якась новинка, кава від Баристи, я відчиняю, дивіться, а тут реальна кава, заварна кава, мама дорога. І що, знаєте, що я не зрозуміла, оце кришка, да? Оце от, я не знаю, що, типа, видиш, чи, ну, улыбочка, да, это оно якось прозоро, ну не знаешь пити. А тут вот такая дірка, отверстие, и с него пить? Нет, ну я так не умею. Ну короче, вы поняли, визер, натуральную каву прямо предлагаю, пропоную. Так, это стоит 4 евро, но все остальное там больше уже, 4, 4,5, вот такие. Ну и 2 сахара я попросила, называется... Вот так вот, Бариста Кап. Ну, спробуем. Народ, смотрите, какой у меня надулся этот просто. Это я не знаю, как были люди.
бутерброда, ну, потрачка бутерброда. Да. А у тебя же весь как упакован. О, боже, аккуратно. Может, у них есть иголочка? Сейчас это. Короче, раскладываем еду. Ниже можешь, потому что я шуплики не снимала, да. Сейчас будем кушать, я надеюсь, что я его тихонечко открою, чтобы он не рванул. Капец, а то сейчас будет. Давай. Так, смотрите, такая штучка у меня. Будем скрывать. Мы будем теперь вот скрывать, потому что поржать же надо. Капец, представляешь, я даже не подумала бы. А ничего не будет. Да? Я боюсь, только что холодно. Она же вообще боялась, не хотела снимать. Что, тихонечко. Ой, спускает, бутерброд спускает, все. Все, пришло. Все. Спокойненько. А ну покажи, это же у тебя штучка от этого, от телефона. Для телефона, знаете, открывается. Народ, пишите комменты, ставьте лайки. Боялись ли вы? Спасибо. Спасибо. Дякую. Так, народ, покажите бутерброда. Есть намазочка какая-то, чувствую, вроде майонезик, ветчина вкусная, огурчик. Ну, такая прикольная булка, здоровая такая. 10 стоила, но прикольного. С чем там? С майонез, огурок консервованный, помидор. Еще не встретила. И, ну, ветчина здесь не написана, а нарисована. И помидор нарисован. До школы, на ланч, на дороге. На дороге. В общем, мы с вами на дороге. Едим такую вкуснотень. Ну, прикольно. Мне вкусно. Друзья, ну вот какой бутерброд был. Намазанный вот такой, в принципе, прикольный. Еще какая-то трава, видимо, была. Ну, интересно, вкусный. Сейчас переходим к нашему лайфхаку. Наташа кофе выпила и заплатила за него 4 евро. А у меня есть стаканчик и такой вот пакетик Nescafe. В принципе, половиночку кофейка подпрошу. И будет мне бесплатный кофе. Ну вот, друзья мои, прекрасный кофе, бесплатный, абсолютно, экипажу Визаэр большое спасибо, прикольные ребята. Кстати, сказали мне, что это неправда, рейс, в смысле самолет не менялся. Поэтому девочка набрала и просто нас разделила, дала нам не наши места. Ну, вот так вот, примерно впереди самолет. Я сижу с местной парой, с ребенком. Сзади. Так что возвращаемся к моему кофе. Буду сейчас пить кофе. В принципе, полет проходит неплохо. Осталось уже пару часов. Ну что, вот мы его выдали в чудесном, шикарном аэропорту, который мы вам показывали. Похоже, что прилет такой же классный, как и улет. Долетели нормально. За исключением того, что, как обычно, дети орали. И, ну... такие вот трудности перелета. Привет, это мы живые и здоровые, это Наташа. Просто я с ребенком сидела, с маленьким. Немножко не повезло, но бывает. Так, ага, вот и паспортный контроль. Все, нам сюда прямо. Народ, очень быстро прошли контроль, мы резиденты. Просто паспорт положили, глазами просканировали, все. И ждем наши вещи. Потому что даже села, смотрю. Посмотри, вообще. Класс, сесть, посидеть, ну, шикарно. Тачки везде есть, все есть. Аэропорт очень, ну реально безумно красивый. Класс. Вот это вот кайф они сделали. Да, вот это классно. Друзья, багаж забрали. Показываю еще раз оформление аэропорта. Оно крутое, это прилет. Это прилет из точки Duty Free. Наташа попросила 5 минут, побежала в парфюмы. Хочешь посмотреть там что-то? Нас уже просто ждут люди, чтобы забрать нас в Элянь. Поэтому уже, ну, что можно сказать? Пора уже ехать. Вот такое сегодня было видео. Короче, Визаэр жжет. И жжет. Ну все, всем пока. Ставьте лайки, пишите комментарии.